Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня с вами Галина. Сегодня я решила сделать бюджетную такую запеканку. Так, значит, у меня здесь количество, у меня, конечно, как всегда, разное. Не по граммам. Здесь у меня отварная муди и картошка была. Я ее почистила, натерла на терке. Теперь я сюда высыпаю приправу вот для картофеля. Ароматную. Ромашку. Промокашку. Ну, в общем, насыпала. Это по вкусу. Можете сюда другую приправу добавлять. Какую хотите. Дальше я сюда же беру соль. Обязательно я подсолю ее. Ну, не сильно так много уже. Пусть лучше не досолено, чем пересолено. Так. Сюда я еще сюда я маленько наливала масло растительного. Или я вообще не... Я туда налила эту формочку свою стеклянную. Так. Вот это все перемешаю. Помаленьку уйдет картошка. А то прямо не знаешь... Ай, ну зацарапался. Не знаю, что с ней делать. Этой картухой. Ну. Так, сейчас я хорошо еще перемешаю. Что там... Еще, наверное, я подсыплю ароматную приправу для картофеля. Так. Это я сюда уберу. Сейчас я половину вообще вот этой вот всей массы нашей мы будем выкладывать. Нижним слоем у нас будет это все дело. Вроде бы картохи немного было. Прямо что-то много стало. Ну, так, это я сюда пока уберу. Будем масло у меня тут растительное. В общем, половинку я буду усыпать. Ну, так. Я ее картоху разровняю маленько, я ее примну. Полная будет она у меня. Вот эта формочка. Сейчас я ее хорошо вот так прижму. Так, и сейчас мы будем еще. И что будем? Дальше у нас идет начинка. Вот такая начинка. Значит, у меня что было? У меня была щековина. Это под со щучек со свиной головы трезана, значит, и копченая она. Я ее порезала, я ее обжарила, шкварки убрала. А вот, ну, вообще хорошая такая, она вытопилась так хорошо. Бывает, что такое мясо свиное, что сало свиное, что начинаешь обжаривать и льешь растительное масло. Ну, в общем, здесь я обжарила на этом сале луковицу такую большую, морковочку нарезала, и капуста у меня свежая была, я ее потерла. В общем, обжарила, посолила, сюда я добавила укроп, и все. Вот у меня, вот такая штучка у меня получилась. Вы можете любую начинку делать. Пожалуйста, по вашему усмотрению, по вашему желанию, по вашему бюджету, что у вас. Что есть в холодильнике, короче, то и делать. Сейчас я ее выложу. Серединочку распределю. Вот. И потом сверху остатки вот картошки. А потом еще. Еще потом. О, видите, как классно будет. Так, это мы убираем. Берем, опять распределяем. Свежая капуста. Она сейчас идет молодая. Она идет сейчас кара. Спелка продает ее. Поэтому она махом жарится и парится. И все. Она мягкая, хорошая. Ну, в общем, я распределила опять. Теперь беру оставшуюся картошку. Тоже сюда же сверх, поверх. Так, это сюда. Картоха у меня осталась. И сюда же я ее добавляю.
А, будет полная. Ну, потом хорошо с салатиками, с огурцами станет. Тоже прекрасно. Зато бедняца. Так, сюда. Вот я буду распределять. Так, хорошо. Прям распределю. Так. Потом следующее наше действие – это сметана. Я сейчас сметану сюда добавлю, тоже опять все распределю. Так, сметанку. Берем сметанку. У меня тут сметанка. 20-процентовая. Можно любой жирности. Ой, опять качает в эти стороны. Так. Вот так мы сделаем сейчас. В общем, я промажу сверху сметаной. Так. Вот. Эти баночки-то небольшие. Здесь вот пол баночки. Там, правда, целая баночка у меня. Сейчас я выложу хорошо. Выскоблить надо. Ну, теперь другую баночку. Так. Ну, да. Сегодня купила ее. Давай, давай, открывайся. Поди, открыть не могу. Да, крышку. О, открыла. Опа. Опа. Так, сейчас я буду распределять помаленьку. Что-то я размахнулась. Вот сколько можно сюда добавить, хоть литр. И еще одну ложечку. А, все, хорош. Так. Так, идем прямо. Хорошо, хорошо. Красавица ты наша будешь. Так. Пончиком. Видите, как классненько. Это мы уберем. Это нам не надо. Красоту наделаем. Пальцы оближем. А сверху сыром. Сыр любой. И все, и в духовку. Сейчас я распределю сыр наш. О, здесь тоже порядочно у меня, наверное, больше 200 граммов. Но все, сейчас распределю и в духовку. И все, и будет красотень. Там все готовое, там махом все это. Поставлю на 180 градусов, и все. Все, духовочку. Все, запеканка наша готова. Я ее вытащила. Из духовочки вынула. Ну, в общем, курочка какая хорошая. Ну, там сметана и сыр. Будем накладывать. Обыкновенная. Сейчас я так делаю. Кусочки маленькие вот такие. О! И все будет окей у нас. Надо было лопатку взять. Ай. Оторвалось. Ну, в общем, обыкновенная. Обыкновенная. Вот что получилось. Вилку сейчас возьму. О, как хорошо. Опа. Вот, картошка с капустой, со сметаной и сыром.
обыкновенная. Соус любой, пожалуйста, какой хотите. Салатики. Ну, в общем, вкусно, сытно, бюджетно. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Спасибо, что заходите на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.